Ребята, всем привет! Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. Съемочка из Челябинска. Я до сих пор в Челябинске. Иду на стоянку уже по стояночке. Вот видите, стоит ман. Пол стоянки разъехалась. Все разъехались. В общем, вчера ездил я к своему другу Лене на ЧМЗ. Мы выяснили, что у меня со сцеплением, потому что последнее время у меня с ним было что-то неладное. Получается, на холодную я не могу включить передачу. Потом кое-как они включаются. В общем, мы выясняли долго и пришли к тому мнению, что у меня навернулось ПГУ. То ли оно перепускает воздух, то ли что оно делает. В общем, короче, это так происходит. Ман в грязный весь. Помыться хочет, но пока рано. Так, отцепил я прицеп, ездил я без прицепа. Прицеп стоит. По поводу, ребята, дышло. Почему я его переваривал? Потому что, видите, оно кривое. Вот, оно до меня было сварено. Вот, видите как? Вот, латка, да, здесь. И мы выяснили, что оно кривое, и поэтому я просто его, ну, как бы, как сказать, загнул в правильное положение. Все это мы вымерили. Потом усилил вот косыночками вот этими, да, чтобы это все держалось надежно. И тем самым, получается, я понял, что прицеп у меня пошел за машиной ровно. Вот в чем суть. Сейчас в дальнейшем ведется поиски такого же дышла. Видите, вот он. Его заломали здесь или что? Вот, и в этой части вот оно пошло кривое. Вот в чем суть. Вот этот треугольник сам самого дышла, он кривой. То бишь мне надо сейчас искать где-то новое дышло. Я вот видел в Санкт-Петербурге. Есть они. Это, видите, это же не мазовское. Это же его немецкое. И петелька на 40. Если была бы петелька на 50, было бы проще бы искать. А так я хочу просто в сборе купить это дышло, поставить его, все, и просто ездить. Так что ничего в этом страшного нету. Пока какое-то время поездит так. Краску я сзади так и не оттер. Пойдемте посмотрим. Там все засохло. И купил я этот растворитель, есть у меня. Сейчас надо это все дело оттирать. В общем, занимался я тут своими личными делами. Видите? Краска, красочку. Со временем или покрашу я полностью, видите? Зачищу и покрашу. Вот этот брус, вот это все. Ну, или будем смывать, если это смоется растворителем. Диски, ребята, диски. Самое главное, диски. Опять же, диски, ребята. Ну, они капец были страшные. Капец. Шкурить их смысла нету, потому что там свои капец какие-то. Заниматься какими-то этими восстановительными работами. Диски проще новые купить. Поэтому, как показывает практика, лучше купить новый, чем шкурить, красить, отдавать бешеные деньги за покраску. Поэтому пока поездит вот так вот. Видите, вот он новый диск. Вот он новый диск. Сколько лет он ходит, неизвестно, да? Но его чуть-чуть подкрасить, и он будет опять как новый. Но я его красить не буду, потому что он и так как новый. Дальше что? Так, там все, я смазал солидольчиком, у нас там все прекрасно. Канистра у меня тут болтается. В общем, сейчас я еду в магазин за ПГУ. Покупаю новое ПГУ, тормозную жидкость. И устанавливаю, и проверяем, насколько это реально было так. По идее, бы еще заехать машину помыть. Но если по дороге буду ехать, то помою. Поэтому, ребята, ничего в этом такого нету. Все, я, короче, магазин. А вы со мной, да? Поехали. Так, господа, день не проходит даром. Только что я из Комтранса. Даже машина вот запчасти возит. В общем, купил я себе новое ПГУ. Расшифровывается как пневмогидроустройство.
В общем, вот так вот. Вот оно. Новое. Не Китай, ребята, не Китай. Стоит бешеных денег. Взял почти что оригинал. Взял еще одну втулку дышла на прицеп. Помните, я одну брал? Думаю, надо еще одну взять. Потом взял сеточку на вебасту. Вот она, видите? Новая, 950 рублей, капец. Взял лампочки тут на приборную панель. Ну и взял вот свой любимый Виктор Рейнс герметик. В общем, сейчас поеду на стоянку, буду это все делать. Еще мне надо заехать взять тормозухи, прокладку одну. Все, будем делать, исправлять вещи, как говорится. Сегодня уже сцепление было лучше намного. Вот, видите, включается. Это мы вчера просто пошевелили ПГУ, и все заработало. Так что ПГУ у меня, видимо, мозг парит. Все, поехали. Ребята, вот она, фирма этой ПГУ. Провия. Сейчас я вам ее поближе покажу. Сейчас мы ее распечатаем. Померили, подумали, посмотрели. Это у нас... Это индийская фирма, ребят. Видите? Так что должно быть все чики-пуки. Вот такая она. Так выглядит. Вот так вот. Каталожный номер. Все у нее есть. Здесь у нас прокачка. Вроде все чики-пуки. Ну, будем смотреть сейчас. Как она себя покажет. Так, вот прицеп. Взял я втулочку новую под него. Вот сюда. Вот она, втулочка новая у меня сейчас есть. Запасная. Так, ну все, начинаем. Начинаем работать. Переодеваемся. И работаем. Все, господа, полезли. Откручивать это ПГУ. Капец, тут неудобно. Так. Вот она, это ПГУ. Вот все здесь. Видите, в масле. Это у меня ТНВД, короче, там уплотнительное кольцо. Оно кидает масло. Потом, почему кидает? Потому что, когда я буду ремонтировать его, снимать ТНВД, я поменяю. Так, здесь куча разной всякой хрени у нас. В общем, откручиваю трубки сначала. Фу. А потом уже снимаю весь комплект. Здесь еще под шестигранник. Вроде я правильно взял его. Да. А вроде и нет. Не тот взял. Ладно. Так, откручиваем сначала трубки. ПГУ крутил, вон оно у меня там лежит. Все, вивочка, здесь все нормально вроде бы.
Так, все, надо сейчас вот эти трубки как-то колхозить туды, ставить их, не знаю вообще как. Сейчас будем что-то придумывать, короче. Как-то изгаляться. Одна-то подойдет, а вот вторая, я не знаю. Съездил я в магазин, взял переходничок такой. Видите, у меня там трубка никак не получалась соединить. Так, опять достаем все ключи. Все ключи мы достаем. Капец. И лезем туда, все это обратно закручиваем. Ну что, ребята, все стоит, все установлено, видите. И эта трубка, в общем, вот этот вот, который родной штуцер был, он не подошел по длине, видите, он упирался в подрамник. А я хорошо, что нашел другой штуцер, все это дело закрутил, и вроде все отлично. Так, все, сейчас заливаем жидкость, качаем воздух и проверяем наше новое ПГУ. Видите, как хорошо не выбрасывать старые штуцера. И этот я выбрасывать не буду, потому что, может быть, этот где-нибудь понадобится. Видите, трубки, потому что родные вот здесь, вот эти вот соединители. И много родных трубок стоит, поэтому я ничего не выбрасываю. Это как прокачать ПГУ, вам сейчас в краткости расскажу, если одному вот такое ПГУ. В общем, смотрите, здесь у нас подходит тормозная жидкость, здесь воздух. Все, сейчас тормозную жидкость залили. Сейчас будем потихоньку качать, как она только отсюда польется, начинаем закрывать вот этот вот, видите. Пока он пусть будет открытый, чтобы воздух выходил самотеком, когда она натечет, тогда уже можно будет начать прокачивать. Это и все, прокачал я сцепление. Получается, что-то шипит у меня. Прокачал я сцепление, в общем, как я его прокачал. Дал настояться жидкости, потом она пролилась, потом я пару раз накачал, потом я его зафиксировал. У меня здесь есть помощник такой, видите, щетка. Я ее сюда вставил в прорезь и, в общем, спокойненько ей это все дело накачал. Сейчас смотрите, сцепление полностью есть. Оп, оп, мягонькая, хорошенькая. Это вот старое мое сцепление, ПГУ вернее. И вот смотрите, прикол в том, что шток, насколько я заметил, его согнуло. Вот здесь я его выработала где-то. Вот видите, он криво пошел. Здесь я раньше его наваривал, потому что это с китайского шакмана, по-моему, был куплен этот ПГУ. Видите, как-то это все вот так вот ходило, непонятно вообще. Сейчас у нас новое сцепление, это ПГУ мне уже, наверное, ни к чему. Поэтому оставлю-ка я, наверное, вот здесь на стояночке. Ну и все. На сегодня ремонт закончен. Дальше еще нам надо... вот здесь вот у меня шипит. Кран что-то тормозной зашипел. Так, жидкость у нас в норме. Кран бывает, шипит иногда. Бывает у него такое. Так, это все мы закручиваем. Ничего себе, по чуть-чуть погрелась, печка уже горячая. Вот зимой бы так. Так, все, ребят, вот здесь вот у меня чуть-чуть шипит, но это не важно. Все, убираем, закрываем и собираемся, валим сегодня домой. Так, господа, закончил я ремонт вчера по сцеплению, помните, да, по тому, как я менял ПГУ. Старое мое ПГУ, короче, валяется уже в той мусорке, вот. В общем, короче, немного я прибрался здесь, немного повыбрасывал лишнего. В общем, сейчас запустил именно на холодную и будем проверять то, как работает ПГУ. Вчера я катался, как его поставил, это ПГУ, как бы все было четко, ровно, оно включалось вообще без проблем. Сцепление просто не узнать.
Раньше вот если педали, сейчас воздух у нас качается. Раньше, если педаль у нас была в конце, да, если кто понимает, то бишь как бы выжим. Сейчас получается в начале. ПГУ рабочая, все абсолютно без проблем. Сейчас вот накачаем воздух и проверим вообще, как у нас, что это. Сейчас я вам просто отчетность и для себя, то, что у меня на холодную будет все работать. Сейчас все проверим, ждем воздух. Так, воздух почти накачался, видите? 8 атмосфер, я думаю, можно попробовать. Вот, педаль, выжил. Так, на холостых. Все, газ не держу. Вот, нейтраль. Вот, повышенный ряд, пониженный ряд. И пробуем так, сейчас еще раз выжимаем. Оп. И пробуем включить передачу. Давайте первую не будем, потому что первая, как бы, ну, она всегда у меня подхрустывала. Начнем там вторую, потом первую. Оп, вторая у нас включилась. Первую, оп, включилась. А раньше было, знаете как? Наверное, как вам это объяснить? А я вам сейчас покажу. У меня первая, как бы, она немножко всегда так подхрустывает, вот. Нет, сейчас все четко включилось. Ну, слушайте, мне нравится это сцепление, вообще шикарное. Ну вот когда заднюю, что это происходит с этой коробкой, она прям с ума сходит. Прям не хочет вам показывать ее проблемы. В общем, когда заднюю включаете, знаете, вот так дыр-дыр-дыр-дыр-дыр, как на газели. Вот здесь так же, там или на пазиках, кто если знает. В общем, все работает. Самое сцепление у нас получается индийское. Фирма, я уже вам показывал, короче, индийское сцепление работает на ура. Так что, ребята, стоит, кстати, оно 4500, кому интересно. Покупал я в Комтрансе, город Челябинск. И поэтому, смотрите, у меня пока работает, так что, кому интересно, так что покупайте. Вроде бы, если оно не работает, значит, оно будет сразу не работать. А тут оно работает идеально. В общем, по ремонту, ребят, пока на этом все. Может быть, еще какие-то будут дополнения. Поэтому всем спасибо за просмотр. Все, счастливо. Всем пока.